Тюменская экономика является локомотивом экономики страны. И вот показатели положительного роста валового регионального продукта еще раз это подтверждает. Второй момент, на котором хотел остановиться, это, конечно, ввод жилья на душу населения. И, конечно, показатель 1 квадратный метр, как говорится, на душу населения – это серьезный рывок, который был сделан в предыдущие годы. И очень важно эту работу продолжить в следующие годы. Теперь о том, наверное, о чем я считаю важнейшим сказать по посланию губернатора. О том, что наступают непростые времена, и, конечно, он уделил этому особое внимание. И на повестку дня выходит вопрос, наверное, о том, что в какой-то степени мы должны перевернуть менталитет тех чиновников и муниципального, и областного, и федерального уровня, кто сегодня занимается освоением бюджетных средств. Мы должны прекратить и полностью власть на разбазаривание, а в какой-то степени воровство бюджетных средств. Это деньги народа, это деньги налогоплательщиков. И мы обязаны все вместе это сделать. Я считаю, что здесь огромный фронт работы и для депутатского корпуса, и для счетных палат. Второй момент, я об этом говорил на губернаторских чтениях, губернатор тоже сегодня эту тему затронул, это объединять отношения и общества, и бюрократического аппарата, чиновничьего корпуса, предпринимателя. Я уже говорил и буду говорить, в условиях санкций, в условиях новых вызовов для России статус предпринимателя должен возникнуть статус национального героя. Без этого мы не сможем сделать никакие рывки. Мы не сможем освоить Арктику. Мы не сможем модернизировать нас с вами заводы. Мы не сможем удвоить валовый региональный продукт к 2020 году.